Ребенок – это счастье. Это радость. Это жизнь. У нас бы не было никого, если бы наши мама и папа не любили друг друга и не решили бы нас пустить на свет. И первая реакция на осознание того, что в тебе начинает теплиться новая жизнь, может быть, только огромная радость и благодарение Богу за то, что это произошло.